Доброе утро всем! Сегодня я хочу рассказать вам о розыгрыше, который проходит в городе Шарлотт, Северная Каролина. А разыгрывается целый килограмм красной икры. Если вы любите красную икру, поставьте лайк этому видео. В розыгрыше могут участвовать жители города Шарлотт, а также их окрестностей. Обратите внимание на то, что сам выигрыш, он не будет пересылаться. Нужно будет приехать и забрать его. Условия очень просты.